Слышала много о создании личного кабинета в пенсионном фонде. Подскажите, как это сделать и какие возможности открывает данная регистрация? Чтобы авторизироваться на сайте пенсионного фонда, нужно для начала пройти регистрацию на сайте государственных услуг и в специальной форме указать свои настоящие фамилии, имя, отчество, номер телефона и адрес электронного почтового ящика. Информация должна быть актуальной, так как в профиль будет необходимо добавить сведения из паспорта и персональные данные из других документов. Следующий шаг, открывающий доступ ко всем функциям сайта, это получение подтвержденной записи. Владельцы подтвержденного аккаунта могут оформлять различные документы, то есть это подавать заявление о назначении пенсии, заявление на перерасчет пенсии, заявление на выдачу материнского семейного капитала, значит, и прочее. Чтобы получить подтвержденную учетную запись, необходимо обратиться лично с паспортом и со СНИЛСом либо в пенсионный фонд, либо в любое МФЦ ближайшее. Учетные записи гражданин может как создать сам, так же ему помогут и специалисты. Регистрация на портале госуслуг происходит бесплатно. Процедура доступна для всех пользователей интернета. В то же время каждый зарегистрированный участник системы имеет право в любой момент удалять свой аккаунт. Помимо единого входа на порталы государственных услуг, система обеспечивает одновременный выход из них. То есть, если вы завершили сеанс на госуслугах, то будет одновременно прерван доступ к учеткам на сайте МВД, ПФР и налоговой службы. Также без регистрации можно осуществлять предварительную запись на сайте пенсионного фонда. В настоящее время реализовано 39 видов заявлений для подачи на сайты пенсионного фонда. Более подробную информацию можно получить по справочному телефону управления 31 51 10.